Вадима Павловича Лукашевича. Яблонская Мария, самый лучший друг. Но ее качества, прекрасные, душевные, не затмеваются качествами ее друга. Я горд, что я людей таких прекрасных, настоящих, друзей вхожу в круг. И поздравляя Марию с днем рождения, замечу, что в моем понимании, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Большая женщина, как Мария, Яблонская заслуга. Поздравляю, уважаемая дорогая Марина, с днем рождения. Желаю долгих лет, счастья, здоровья, исполнения всех ваших замыслов, мечтаний. И самое главное, принести ваши такие прекрасные качества душевные до конца вашей жизни. Всего доброго.